В рамках реализации проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья» активисты местного отделения «Единой России» поприветствовали участников соревнований по лыжным гонкам, которые прошли в школе номер 1 города Голицына. В соревнованиях участвовали ученики начальных классов. Как отметили одинцовские депутаты, спортивное первенство прошло на позитивной ноте. Все ребята получили заслуженные призы и подарки. Задачами муниципального партийного проекта «Одинцовская спортивная семья» являются организация совместного досуга родителей и детей на спортивных площадках, популяризация занятий семейной физкультурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни детей и взрослых.